Чтобы не допустить распространения коронавируса в образовательных организациях республики, усилены меры профилактики. Санитарно-эпидемиологическая ситуация контролируется ежедневно. В школах дезинфекционные меры включают в себя проведение так называемого утреннего фильтра, когда педагоги с медиками проверяют самочувствие школьников. Чаще стали убирать и проветривать помещения. Как вариант, детей могут перевести на дистанционное обучение, либо проводить уроки для класса в одном кабинете без перемещения. Кроме того, на грани отмены все массовые мероприятия и выезды на экскурсии. И не только на этой неделе, но и во время весенних каникул. Они начнутся у школьников с 23 марта. Также в трех высших учебных заведениях столицы, в сельхозакадемии, кооперативном институте и Чувашском госуниверситете имени Ульянова студентов планируют перевести на дистанционное обучение. Отметим, что по данным Минздрава республики зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодня в Чувашии нет.